Привет, меня зовут Владислав Бурховецкий, и сегодня с вами мы поговорим о том, как пользоваться журналом сделок, не как анализировать информацию своей сделки с помощью торгового журнала, с помощью статистики. По статистике, по анализу у меня есть отдельные уроки в моей обучающей программе, где мы более глубоко смотрим все сделки. А в данном уроке я расскажу, как им пользоваться, потому что есть много сервисов, которые платные являются. И если вы новичок, если вы только начинаете обучаться, зачем тратить лишние деньги, зачем разбираться в этом во всем? Это бесплатный сервис, это бесплатный Excel-файл, и мы рассмотрим в данном видеоуроке, как им пользоваться, какие есть функции. Поэтому прошу внимания, данный урок для вас. На разных системах по-разному показывается. Нужно первое, это включить содержимое, да? То есть, чтобы у тебя все данные работали. Вот. Второе. Здесь, конечно, у меня были опять же сделки. Тестировал много всего, тут не прям там по стратегии. Здесь видишь, вон там 10.00, 10.01, видишь, 10 контрактами, да, там сразу вот там 1000 пунктов пролетело. Ничего себе. Ну, 10.00 это открытие рынка. Ну да. Это просто я уже там, ну, понимал, как что торговать. И обратно смотри, вот 10.01.17, 10.01.47, буквально там 30 секунд, да, еще там 100 пунктов свои, уже там 1400. Вот, то есть, ну, понимаешь, насколько быстро, насколько резко вот эти вот нужно моменты разворотные там ловить все. Вот, но тем не менее, не нужно на это акцентировать внимание этим, если ты хочешь стабильной, спокойной торговли. Значит, что нужно делать? Берешь вот торговый терминал. Когда будут у тебя сделки, вот здесь у тебя таблица сделок, или там на второй вкладке таблица сделок, вот так нажимаешь, и здесь копировать в буфер обмена. Все, нажимаешь копировать в буфер обмена. И вот здесь у тебя видишь буфер обмена. Нажимаешь вот на первую эту штуку и нажимаешь вот так вставить. И оно у тебя появляется. Только появляется у тебя, сразу видишь вот строка, и вот здесь вот пошло, бумага сокращена, наименование, а у тебя уже оно все есть. Удобно. Да, поэтому ты вот эти штуки берешь, вот эти удаляешь. Понятно, да, вот это вот название. И берешь просто вот так вот сделки, вот, вот так вот. Начиная с бумаги, или копировать, или вырезать. То есть ты можешь Ctrl-C там копировать, и видишь, они появились. Потом нажал сюда, куда нужно, и вставить нажимаешь. Да, вот нажимаешь сюда, да, и, допустим, или отсюда, или Ctrl-V там просто вот, или отсюда, раз, и они появились опять. Те же самые сделки. Все, а вот эта вот штука, она нам не нужна. Понял. Вот, а вот эту штуку мы берем и удаляем ее. Значит, после чего, что ты делаешь? Вот когда вот так они с третьей колоночки, видишь, начинается не со второй, а с третьей. Вот. Нажимаешь вот сюда левой кнопкой на пробел, вот этот. Нажимаешь пробел, оно все обнуляется. Вот видишь, как палочка умирает. И потом я нажимаю левой кнопкой на ОК. Идет перерасчет. Видишь, все пересчитало вот здесь. Вот. Так же самое ты свои сделки копируй или вписывай, или с, ну, вручную там пишешь название инструмента. Если там торгуешь Сбер, там пишешь тот же Сбер, к примеру. Что нужно сделать? Нужно просто-напросто вот здесь все записать. То есть это у меня там старый журнал, мол, там вот еще четвертый год там даже. Комиссия, да? Да, то есть ты считаешь комиссию за покупку, за продажу, за два контракта. Плюс комиссия биржи и комиссия брокера. Комиссия биржи, допустим, 2 рубля, там, комиссия брокера по рублю за контракт. Покупка-продажа, все, 2 рубля. Так. Плюс 2 рубля биржа, там, итого 4. Это по тем, которые я собираюсь торговать, да? Да, ты просто узнаешь там, или в брокерском отчете посмотрел, или прозвонил, узнал там у брокера вот эту комиссию. Все, пишешь тикер именно так, как у тебя написано, так, как он торгуется, комиссию и коррекция маржи. Коррекция маржи, это у тебя она находится, допустим, на главной странице. Вот это стоимость шага цены. То есть получается 10 это 13. Ну, понял, да? То есть я понял, да. Стоимость шага цены, да. Дальше.
записал, да? Вот. После чего оно будет считать. Здесь можно вот закрывать это слева, то, что не нужно было. Все, после чего оно будет пересчитывать. Вот сейчас вот мы опять нажимаем левой, нажимаем пробел, нажимаем ОК, все, пересчитало. Вот нажму коррекцию маржи, вот допустим, 1,5, да, допустим. Вот, смотри, цифры сейчас поменяются. Видишь? Все, пересчитало. Теперь мы видим отдельно чисто вот комиссия. 356 рублей, да? Это чисто комиссии. Вот. Маржа – это всего деньги. А прибыль – это чистая прибыль за вычетом комиссии. Оборот нам не нужен, это больше там для акций тех же, там по-другому комиссия считается. Но, тем не менее, смотри, вот внизу маржа, прибыль, количество сделок, да? Беру плюсовые, внизу те, которые в минус. То же самое, совокупность плюсовых сделок, совокупность прибыли за вычетом комиссии и количество сделок. То же самое маржа, которая в минус пошли сделки, да, это в течение дня. Совокупная маржа плюс еще в минус комиссия уводит еще, да, всего сделок. И потом вот это мы по статистике, ты собирай сделки, мы будем рассматривать статистику, корректировать, там вообще четко, не меняя стратегии, не меняя точки входа, не меняя ничего, просто можно докручивать статистику. Это самая вообще такая круть. Здесь правее, смотри, вот то же самое, да? Оно тебе не надо, в принципе. То есть, ну, это то, что мы смотрели. Маржа в минус в плюс, чистая прибыль в минус чистый убыток, да, там количество сделок. Все. Единственное, что еще нужно смотреть, это видишь внизу вот вижу, еще одна вкладка, да. То есть нажимаем эту вкладку, и у нас график. График. По количеству сделок, да? Да, вот это внизу это количество сделок. Вот, 11, да. А вверх это количество рублей. Красная полоска. Видишь? Это чисто комиссия. Чисто комиссия. Они не зависят друг от друга, да, то есть не смотри, что одна там выше, одна ниже. То есть здесь чисто вот комиссия показана. Пунктир это прибыль без вычета комиссии. Это чисто маржа получается, да? С вычетом комиссии. Синяя, да, это чистая прибыль за вычетом комиссии. Ты за 11 сделок 16 тысяч пунктов взял? И не 16 тысяч пунктов, а 16 тысяч рублей это. Ага. Это всего лишь там 1000 пунктов, там 1200 на 10 контрактов. Из них, как ты видишь, то есть сколько здесь? 12, почти 13 тысяч за там, первые несколько минут. А все остальное здесь просто там торговля в плюс и в минус такое. Эксперименты. Вот, поэтому прикольно. Здесь видишь 10 контрактов, да, на РТС, тогда там почти 20 тысяч и гарантийное обеспечение было где-то, то есть ну, там до 200 тысяч выходило на там 180-170 на 10 контрактов. Вот, и ты можешь сделать себе журнал сделок. Это вот на первое время самый оптимальный вариант, то есть это бесплатно, это не надо платить, есть крутые сервисы, где там, ну, нужно немного денег, но при этом там можно увидеть, на какой сессии ты там сливаешь деньги или в какой день, и все, и чисто там отключаешь, перестаешь торговать на вечерней сессии и выходишь в плюс. Ну да. Перестаешь торговать в понедельник, да, или перестаешь торговать какую-то конкретную бумагу, которая у тебя все деньги сливает. Вот, и все. То есть есть такие сервисы, но для начала зачем лишние как бы растраты? То есть можно бесплатными, чтобы вообще наработать, набить статистику. Там прям с квика выгружаются, все четко. А теперь что еще можно сказать? Таких вот сделок ты можешь сделать для себя несколько вариантов. Там, допустим, ну, статистика сделок за день, да, то есть поторговал, скинул туда. Вот, статистика сделок там за месяц там, или за неделю, да, то есть отдельные файлы можешь вот покопировать, посоздавать, и статистику внутри дня проанализировал, затем взял все это дело, скопировал, вставил в статистику там ниже вот так, да, взял там, вставил, там, ну, я выделяю там цветом, если нужно, другим там, ну, чтобы дни от дня отличать, все, и посмотрел там уже
взял опять заново, посмотрел, то есть вот она там торговля, да, смотришь там, все хорошо там идет, или там где-то там просадки больше положенного, ну и так далее. График тоже много чего показывает, к этому еще придем. Но суть... Это хороший файл, хороший сервис, ты можешь там за месяц или по конкретной бумаге там сделать, ну, как тебе удобно. Вот, потом там за квартал там или там за полгода, да, то есть, ну, собирай просто статистику, чтобы видеть твое развитие, видеть, как ты идешь, как ты тренируешься. Всем спасибо за внимание, надеюсь, данная информация была вам полезна. Теперь остается такой вопрос, где взять данный Excel файл, где его скачать. На YouTube под данным видео есть различные ссылки моих учебных групп, в том числе моя страница ВКонтакте. Вы можете скачать этот файл в одну из учебных групп, написать мне в личку, я вам его вышлю. Либо же, если вы подписаны на рассылку, кстати, подписывайтесь на рассылку, чтобы получать полезную информацию, тогда с данным видео вам придет этот Excel-журнал. Пользуйтесь, делитесь информацией, ставьте лайки, делитесь информацией в соцсетях и задавайте вопросы, какие уроки, какие ответы вы хотите получать. Всем пока, до новых встреч!